На предприятиях Чуваши открываются новые производственные мощности. Заметно расширились предприятия «Чувашторгтехника» и «Сеспель». Новый производственный корпус по выпуску торгового оборудования открыли сегодня на чебоксарском предприятии «Чувашторгтехника». Расширение позволит увеличить выпуск всевозможных кухонных машин на 500 единиц в месяц. На рынке на продукцию компании стабильный высокий спрос. Пакет заказов уже превысил 100 миллионов рублей. Кстати, оборудование от «Чувашторгтехники» ударно трудится на чемпионате мира по футболу. Нет такого города, где проводится чемпионат, где бы не стояло наше оборудование. На стадионах это линии раздачи, внутри это паракомиктоматы, фритюрницы, много чего есть. Вокруг, вы знаете, да, там есть нормы, которые должны соблюдать стадионы и города по количеству питающихся. Нет таких городов, где нас нет. В организацию производства профессионального кухонного оборудования вложено 120 миллионов рублей инвестиций. Создано 50 высокопроизводительных рабочих мест. Приятно видеть, что все компании, которые, большая семья компаний, которые находятся на этой площадке под одним большим названием «Чувашторгтехника», все эти компании крепко стоят на ногах, развиваются. И благодаря «Чувашторгтехнике» Чувашская Республика сегодня является номер один в России по производству пищевого оборудования. Еще одно ожидаемое событие – открытие нового производства на предприятии «Сеспель». Его строительство началось в 2016 году. И сегодня завод приступает к выпуску танк-контейнеров, предназначенных для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и сыпучих продуктов. Для Чуваши это новые рабочие места с достойной зарплатой, дополнительное отчисление в бюджет. Для России в целом – еще один успешный импортозамещающий проект. Надо отметить, и «Чувашторгтехника», и «Сеспель» – экспортоориентированные предприятия, которые уже обзавелись партнерами ближнем и дальнем зарубежье и намерены расширять их круг. «Чувашторгтехники», у них уникальное производство, которое производит большую номенклатуру кухонное оборудование. И я видел, что есть возможности поставки на экспорт в Японию. С «Сеспелем» здесь есть возможности участия в производстве в виде поставки оборудования. Мы хотели бы тесно вести сотрудничество.